Всем привет, с вами Димультер, и сегодня будем играть в Джек Смит. Я поиграл на 18 уровне, мы будем продолжать играть, если что, кто не знает. 23 дня мы уже пытаемся достигнуть нашей цели. Какой-то еще одна новая бренд появился. Такой. Вау. Солд. Солдерс. Не знаю, что такое солдерс. И тратить время на. Или вот не хочу. Зайду в Гладкора. Поищу сейчас. Надо вот мне еще раз несколько. Ну ладно, сейчас готово, тогда буду купить. Нет, все, пойдем по бренду. Чисто золотой. Да, но ему нравится, потому что меч просто зазор. Он весь желтый. Ну, обычный. Такой. Для секира. То есть мой. Далем заготовку. И возьмем, пожалуй, мы. Хотя почему-то меченосцы. Ой, и меченосец тоже. Тут же пришел. Ничего мы сделаем. Итак, не знаю, что произошло сейчас, только что сейчас все было очень странно. И у меня лагает все. Вы не знаете, почему тут у меня чуть-чуть экран не ровен, для того, чтобы все могли спокойно, без происшествий видеть. Может, у кого-то сейчас просто нету хорошей выгоды, не могут смотреть. Может, это просто экран маленький, но тут сломался в каком-то месте. Thank you.
Давайте мы сейчас тогда сделаем кувалду. Кстати, на этой строке мы должны приобрести кувалду. Так, что делается кувалда у нас? Ну, из того, чего у нас больше всего. Я не знаю, о чем мы с вами еще поговорить. Просто тем куча. Будут ли прочие игры на моем канале? Будут. У меня уже есть на компе одна запись, но она... С ней возникли проблемы. Например, там будут такие игры, как Герой ударного отряда. Ну, может и не будет, кто знает. Майнкрафт точно будет. Вчера Майнкрафт только канал основан. Точнее, нет, он основан на компьютерных играх. Ну какое ключевое слово у моего канала? Обзоры игр. Поэтому... Я должен снимать прочие игры, это моя... Ключевая слава моего канала, опять же, говорю. Ключевая особенность моего канала, это что? Майнкрафт выкладывается с такой же частостью, как обзоры игр. Ну и Джексмит. Я буду снимать на протяжении всего своего канала, пока его не пройду. Потом начну проходить Джексмит 2, если он, конечно, выйдет. Я уверен, он не выйдет. Это же Джексмит. Как он может выйти? Сейчас сделаем, скрафтим меч меченосцу. Да, у нас должен быть скрин. Давайте мы еще козлу возьмем. Секиру. Ладно, это даже не заметно. Блин. Очень трудно заметить. Да, ну наполовину тут.
Ну и тебе баран, который постоянно ходит. Наверное, ему же надо вот спрыгнуть. Это же его клич. Странно, что у меня тут брови? Мы сейчас заработаем монеты. Это как бы бонус. 33 монеты. 23 монеты. А у нас идет время сражаться. Бум! Как-то не уже... Да, я понял, почему. Кстати, у них какие-то очень некрасивые, несимпатичные. Тимочка. Обычное место. Ты разбил. Это реалистичная курица у нас будет. Реалистичная пустынная курица. Эта курица довольно, кстати, смешная. Ну вот это вот. С тобой на расстоянии звонка. Да, Сережа, реалистично. Это реалистично. Реалистичность. Бум. Познакомимся, босс. Поближе. Победа. Подлечилась. Так, почетно. Огненная. Я обожаю огонь. А мне тут не повезло. Ладно. Посмотрим. У нас появился новый монстр с кувалдой, а мы с вами будем прощаться.